Краснодаре начались аварийные отключения электроэнергии из-за жары. Утюги, холодильники, стиральные машины плюс повальное включение сплит-систем. Сети не выдерживают пиковых нагрузок, кабели выходят из строя, горожане сидят без света. В минувшие выходные проблемы были у жителей Комсомольского микрорайона, Юбилейного и центральной части города. Все пострадавшие улицы уже запитаны, в среднем на ликвидацию аварии уходит 2-3 часа. В городе несут дежурство аварийные бригады энергетиков, а в мэрии рассматривают возможность веерных отключений.